Гасил. Сука, он стекло его. А? Вилочь, на крышу, на крышу. На крышу. Бонусы. And don't try to be one, you fucking peon. I've been like Dion for eons. You ain't nothing but a biatch. Messed around and let me re-up. I come back through and tear the street up. Ice Cube, nigga, you better de- Нихуя, красавчик. На, брат. And when I come by, bitch, you better be up. Ass up, face in the pillow. I don't give a fizzle, got to do my fizzle. The only nizzle that I never... Снимали с дрона сверху для вас кадры, чтобы проникнуть на то здание, побегать от охраны, так как вы любите побег. Но вышло так, то, что стоят там глушители, и наш дрон просто отключился, и мы сделали возврат домой, и он вернулся назад. Сейчас мы пойдем туда с пацанами, будем залазить. Вот, вы сейчас все увидите, эти кадры. Будем там и посмотрим действия охраны. Вы уже, наверное, видели то, что я там был с Алматом, и там за нами бегал. Ну, не бегал, а ездила охрана на велике. Она нас не смогла споймать, но сегодня я не один, я с Арсиком и другими пацанами. На них все ссылки будут в описании, и мы уже полезем туда и будем узнавать, что там реально конкретного, потому что там были некоторые двери, которые были закрыты, и я туда не смог проникнуть. А сейчас, я думаю, они открыты, надо посмотреть все-таки, как-никак. Вдруг там что-нибудь будет. Да, Арсик? Че, пойдем туда? Все, пойдем, ребят, поснимаем для вас годный контент. Ребята, первое дело мы уже сделали. Сейчас будем залазить дальше. Просто-напросто. Тихо-тихо. И просто-напросто будем искать именно те звуки. Я, короче, двери были закрыты. Посмотрим, что там. Но мы не будем взламывать. Если она закрыта, то пускай будет закрыта. Просто первый раз мы под вечер лезем. Че, как тебе, страшно уже? Хочешь сиденье? А че? Ты смотри, рядом с нами держись, хорошо? Хорошо. Аккуратно. Рядом с нами держись, хорошо? Блядь, тут же наконец. Пусть. Арсик, аккуратно. Так. Все, мы все забрались. И будем дальше. Пацаны, да? Вместе держимся. Вася, Вася, Вася. Какие-то дядьки там. Твою мать.
Смотрите. Это охранник. Да? Вот. Где? Вот, уходит, снимай, вот. Вот. Видишь? Телефон снимает, а? Да, не снимает, снимает. Пусть пройдет. Так, пацаны, гол сюда. Пожалуйста, на полосу. Я знаю, как сюда выйти. Сюда, сам быстрее. Короче, если что, у нас есть несколько выходов отхода. Через крышу. О, вот видишь, твой человек ходит. Нет, это три, они мародеры, походу. Нет, это мародеры. Пиздец. А, сука, бля. А, бля, башка ударила. Короче, что пути отхода такие, либо вы спускаетесь там, съебаетесь, либо через крышу, другого не дано. Короче, Арсик, если будем съебаться, короче, вот еще один путь к отходу. Отсюда можно съебаться? Это, короче, от внутри, туда. Куда там. Дальше? Дальше там лестница будет сбоку, с той стороны. Охранник, ты много тут? Охранник, вот, с той стороны и с этой. А? Что, блин, смотри, стюрт полу, крыжок на яхте. Абу, абу. Еще один, да? Да, 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 без жиртхумана. А хайда. Он не знает. Не знает, он квитом и газ кинет. Он с тобой пошел, либо? Типа, бля, где? Да ну на. Абу, если его приняли, Вася. Бля, мы не за что не отвечаем, брат. Я тоже? Просто где он, блин? Почему мы не пойдем? Все равно, пацаны, бля, мы пришли вместе. Нет, блин, он с тобой пошел. Ну не знаю, где же ваш парад? Ребят, ты там? Нет, он тоже, я тут стоял, я сам один. Пацаны, давайте вместе держаться, ебать. Я стой, а если его охрана стоит, он позвонит? Бля, да, должен тоже. Стоп, да, охрана уже будет. Как его зовут, говоришь? Да, Арси, сам не пропади тоже. Мы не можем вообще его найти. Может, второй раз здесь обходишь? Пойдем-то там в корпусе там посмотрим. Пиздец. Ты что? Где? 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 Гасил! Куда? Куда? Пацан, сюда вижу! Наркоман какой-то. Спасибо, спасибо. Блин! Берегись! Сука, стекло его! А? Вижу, на крыше!